К своему завершению подошел групповой этап Лиги чемпионов, шестой тур, и сегодня все вопросы о плей-офф будут сняты. Да, очень напряженным получился групповой турнир, и сегодня последний шанс заявить свое право на выход в плей-офф. Сегодня Интер встречается с Манчестер Сити. Посмотрим на состав Интера. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Смотрим состав Манчестер Сити. Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами. Можно выходить вперед, бей! И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Этот матч игроки, болельщики команды ждали всю неделю. Они уже стали чемпионами и через 90 с небольшим минут смогут наконец-то поднять над головой трофей. Да, команда выполнила задачу максимум. Они... Есть удар! Ну это просто супер вратарь! Угловой удар в пользу Манчестер Сити. В центр штрафной мяч направлен. Выбит мяч из штрафной. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Есть в штрафной адресата, и навес нужен. От души по мячу он приложился. Прекрасная игра защитников штрафной. Санчес. Алексис Санчес на фланге, есть свободное пространство перед ним. Подавай! Атака завершилась. Защита справилась на сегодня. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Защитники успевают вернуться к своим воротам. И можно констатировать, что контратака не получилась. Пауло Дибала. Ну, навешивай! Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Абсолютно. Виктор Ваньяма. Отбор мяча на чужой половине. Реализуют ли они этот момент? Навешивать надо. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Артуро Видаль. Пас Дост. Жезус. Кевин Де Брюйн. Пауло Дибала. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Душ Сантуш Авейру. Решил пробить. Браво, вратарь! Манчестер Сити получает право на угловой удар. Мяч летит в центр штрафной. Рахим Стерлинг. Робертсон. Эриксон. Хакан Чалханоглу. Интер идет вперед флангом, и там есть свободная зона. На ближнюю подает. Навесить мяч получилось. Эриксен! Очень близко, но не точно. И все еще ничья у нас. Лапорт. Тут его прижимает, не дает пространства. Душ Сантуш Авейру. Вперед идет атака, интересно может быть. Можно забивать. Сейф, но атака продолжается. Ну вот теперь полегче. Да, то спасение было невероятным. Сейчас, конечно, удар был попроще. Рахим Стерлинг. Душ Сантуш Авейру.
Оставляет мяч для навеса. Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. В центр штрафной подан мяч с углового. Рахим Стерлинг. Джон Стоунс. Первый тайм завершен. Дает арбитр свисток и начинается второй тайм. Только 45 минут осталось командам сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов. Сегодня последний шестой матч. Робертсон. Рахим Стерлинг. Навес в штрафную. Защита первая на мяче. Вынос. Рахим Стерлинг. Бернардо. Бернардо. Какой момент. Счет вполне мог измениться. А так по-прежнему ничья. Нельзя сказать, что это был лучший тайм в его исполнении. Габриэль Жезус. Нужно выходить вперед. Бей! И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Вратарь тут уже ничего не мог поделать. Пушечный удар в правую девятку и приходится доставать мяч из сетки. 1-0. Сейчас будет веселее. Стефан де Фрей. Виктор Ваньяма. На групповом этапе Лиги чемпионов Манчестер Сити стабильно выступает блестяще. Проблемы у команды обычно начинаются уже в стадии плей-офф. Посмотрим, как сложится в этом сезоне. Жезус! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Да, это прекрасный удар с лета и гол. Вот такие голы в одно касание, они, конечно, смотрятся потрясающе. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Виктор Ваньям. Дост. Видаль. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Достает голкипер этот мяч, но не... И снова сейв. Мяч в поле. Угловой будет. Навешивает с углового Эриксон. Нет, не получает от атака развития. И придется начинать все сначала. Санчес. Жезус. Рахим Стерлинг. Жезус. Подача. Чей мяч будет? И выносится мяч из штрафной. Не может такая слабая игра остаться без реакции на трибунах. Недовольные такой провальной игрой болельщики. Их команда должна что-то предпринять. Нельзя так своих фанатов подводить. Душ-Сантуш Авейру. 15 минут до конца основного времени матча. Габриэль Жезус. Рахим Стерлинг.
Душ Санту Шавейру. Вратарь отправляет мяч подальше от своих ворот. Как же здорово он играет в пас. Перишич. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Рахим Стерлин. И пробил. Нельзя давать бить. Команда уже проигрывает, и соперник еще забьет. Если забьет, будет трудно вернуться в игру. Бросает в бой свежие силы тренер хозяев поля. Действительно, сейчас произойдет замена. Интер идет вперед флангом, и там есть свободная зона. Можно сделать навес. Навешивает в штрафную, есть там кому сыграть. Вынос, мяч не задержался в штрафной. 5 минут есть у команд до конца основного времени. Рахим Стерлин. Жезус. Может быть интересно. И гол! Манчестер Сити забивает. Откровенно развалилась команда, и на счет, мне кажется, вообще наплевать. Да, всем все равно. Голом больше, голом меньше, и то-то есть. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Перешич. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Маздост. Отличный удар. И это просто шедевр! Может быть, этот гол придаст им сил и вдохновит на подвиги, хотя, конечно, верится в это с трудом. Ну и забивают они все-таки в самой концовке. Жаль только, что на результат этот мяч уже никак не влияет. Уже 4 гола в этой встрече забито, 3-1 счет.